Привечер, я приветствую каждого из вас. Вы попали на канал Кузямба. И мы начинаем играть в Control. Всем приятного просмотра. Если вам понравится это видео, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Приятного просмотра еще раз. Так, на что мы остановились? Мы остановились на том, что я не помню. Вот честное слово, не помню. Что-то мы должны были сделать. Мы отправились обратно в... Как он называется? Вниз. Мы по лифту вниз спустились. Точно. Это я помню. Так. Вот мы вниз спустились. И что? А что нам надо было делать? Не помню. Вот это честное слово, не помню. Но ты-то помнишь, по-любому, ты мои видосики смотришь иногда, или постоянно. Я вот смотрю, у меня есть постоянные смотрители, как-то звучит, но не очень смотрители. Постоянные подписчики, подтифики, подсвечники или подфышники. Так, да... Давай посмотрим. Мы должны... Ёп. А как мы нам туда попасть? Так. По лифту? На лифте? Так. Это мы чё? Это мы... Это у нас не... Так не прокатит. Так, это мы должны попасть... А как мы должны туда попасть? Это мы, наверное, должны были вот там пройти. А мы там не прошли. Ну, давай тпшнемся. Мы тпшнемся в аппаратную ЭК и попробуем там... Нет, мы там не пройдем. О, я знаю, мы вентиляцию вот сейчас тпшнемся. Точно, давай. Ой. Так, быстрое перемещение, и мы переместимся. Нет, не сюда. Вот думаю... Нет, нам сюда не надо. Так, аппаратная ЭК. А вентиляция там не, да? Во, вентиляцию, да? Я думаю, сюда. И мы так тык-тык-тык-тык-тык-тык. И лифт должен туда пройти. Ну, давай попробуем. Ну, я думаю, мы правильно пойдем. Ну, на крайняк мы пробежимся, там всех замочим. И надо как-то, блин, я не знаю. О, нифига у меня как быстро это работает. Так. А, ну-ка. Ой, черт. Так, это мы... Ага, нам вот сюда, да? Главное, чтобы... О, вот я таки думал. О, ёбаный Жора. Это ты как... О, чё, блядь! Сука. Да ёб... Ты... Заеб... Нахрен! Ещё? Кто там? Кто там на новенького? Вы чё попутали? Я вам всем бошки поотрываю. Оп, полетай. И чё ты? Ты думаешь, что ли? Вообще, что ли? Да я вас тут сейчас всех порешаю. У меня черный дан по карате. Так, и чё мы, куда нам? Так, ну по факту, типа, я думаю, мы в лифт. Но мы в лифт не туда. Нам надо, скорее всего, вот сюда, да? Ну давай посмотрим. Так, там что-то зелененькое переключить. Да.
Там что-то красное было. Во-во-во-во. Что такое? У нас есть теперь. О, сектор приз на барабане. Так, что у нас тут дальше? Дальше, тут ничего нету. Идем. А что там красное? Блядь, что-то очко. Ух, блядь! Меня тошнит от этого места. Блядь, пизда нахуй. Star Wars предмет силы. Как по-твоему он сюда попал? Блядь, у меня чуть очко не сжалось, блин. Лошадка карусель? Почему детские вещи такие жуткие? Ну давай посмотрим, что он даст. Так, продолжить направление места пере... Так, для уклонения. Ага. Нифига, ага. У нас теперь уклонение есть. Нет! А затем уклонитесь в воздухе. Это какой-то Devil May Cry, блядь. Ей-богу. Так, и теперь... Ах, нихуяшеньки. Ну-ка, ты чё там встал? А? Ну да. Усложняем уровень. Это... Полетай. Ну ладно. Так, уклонитесь для уклонения. Так, используя. Да хрен-то там. Успешное уклонение. Все, теперь у нас есть уклонение. Вот это я и хотел, блин. О, что это еще что ли? Получено очко способности. И как у нас? Оп. Теперь у нас есть уклонение. Ну, блин, алло. Гамлет. Как тебе сказать? Почему раньше-то его не дали? Типа, теперь будет еще сложнее. Так, блядь, нихуя не вижу, куда идти. Ну, блин, а мы до туда дойдем? О, е. Так, а там что-то есть? Так, здесь ничего нету. А нахрена тогда эту штуку? Свет. А что так ярко? Там можно чуть поменьше света, пожалуйста. Да ёперный театр опять. Ну, сейчас уже не так страшно. Вот как первый раз, блин. И загрузочка очень быстро идет. Это прям вообще прекрасненько. О, еть. Еще плюс получено очко способности. Сектор приз на барабане. Так, а кто-то мог это... А кто это с горочки спустился? Так. Угу. Вопрос, а куда нам идти? Так. Я хотел пройти вот там. По-моему, туда хотел пройти, да? Сюда. О, этот, уборщик. Нет, нам нахрен к уборщику не надо. О, еще один. Блядь. Простите, пожалуйста, я не специально сломал дверь вашу. Так, ну-ка. А вот там это не беспокоит. Ага. Так. Теперь... нам... Нет, нам все-таки туда надо. Так.
Блять, опять серьезно? Да ё! Ох ты ж! Давай, сейчас мы тебя. И еще одно сейчас мы поборотим. Где? Где? В кого? Понятно. Ох ты. Джуманджи ходячие. Ну ты чё, блин? Не отсюда. Ну, эй. На нахрен. И вот тебя еще. Бля, да ёбрин театр, да что так нам надо от меня-то? Чё? Оп, и все. Ух ты, нихуя! Капец, вот это замес. Так, мод оружия заполнены. Ага, понятно. Сейчас нам надо будет, короче, мод оружия еще. Так, да, посмотрим, что это у нас такое. Нет, да, вот тут. Ой, темп огня. А, понятно, это фигня. Урон враждебной броне. Угу. Ну, давайте ломать. Все ломать. Вот нам нахрен это не надо. Урон при низком уровне здоровья там тоже не надо. Вот это вот урон при низком здоровье это мы оставим. Урон, так, это что? Тоже оставим. Во, это что у нас? Стоимость боеприпаса за выстрел минус 5. Ну, это нахуй. Нам это не надо. Урон при низком уровне здоровья. А вот это у нас 65, нам тоже это не надо. Это что такое? Энергия заполняем в голову. Это понятно, нахрен. А темп огня нам тоже нахрен. Так. Тоже нахрен. Исключительно для осколки. Это что-то у нас время. Так, это все фигня. Фигня. Короче, первый уровень может ломать вообще запросто. Я думаю, тут вообще масштабирование тоже нам не надо. А, точность. Короче, ну вот это по... Ну у нас тут нет ничего. Вот только стоимость боеприпаса за выстрел. Минус 5. А это что-то у нас, это темп огня. Вот. Темп огня. Так, это что у нас тут? У нас новая эта штучка. Восстановление здоровья за каждый попринятый предмет. Надо это... тоже убрать, это нам не надо. Здоровье нам тоже не надо. Восстановление здоровья за каждый подробный элемент плюс 25. У нас 20, а тут 29. Вот это ништяк, ништяк. Так, это тоже нахрен, тоже нахрен. Все, теперь у нас миссии. Тут у нас это, чтобы ничего не летало. Так, понятно. Так, понятно. И тоже что-то ничего не понятно. Ну ладно. Давай, короче, тык-тык-тык-тык-тык. Ну, хп-то у нас побольше стало, если посмотрю. Так. А, вот там, да, 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 туда. Угу. Тут что-то у нас, короче. Это мы что, мы куда идем? Не, не сломать. Черт. Пожа, помогите. Помогите, пожалуйста. Куда мне? Я заблудился. Так, мы здесь были. Так, тут. О, вот этот звук. Это значит нам туда, наверное, скорее всего. Полибасу туда. А, подожди, а мы там. Так, вот. Тихо, 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 тихо.
Блять. Нам не пройти там, да? А нам что-нибудь там можно стрельнуть? Я только посмотреть. Так. Понятно, короче, даже. Блять. Так, все, хп восстановили, да? Ой. Я не специально. Так, ну значит, нам только остается искать через этот проход, который... Проход. Отверстие еще, блин, скажите. Так. Сейчас мы, короче, что сделаем? Мы... Оба... Нет, мы не сюда. Вот способность. Что у нас тут теперь есть? Понятно. Вот, что-то... Энергия. Давайте энергию... Ого. Энергия 25%. А что так много? Ну ладно, давай. Используем 13 для разблокировки ячейки дополнительного персонального мода. Так, и что у нас теперь? Ну, да хрена, что надо. Как было, так и осталось. Так, теперь... Стоп. А вот теперь у нас интересно, мы выполнили хотя бы одно задание? Нет. Не выполнили. Печаль. Прям очень печаль. О, вот теперь вот мы можем сделать что? Восстановить тренинг за каждый подробный элемент. У нас это есть. Теперь скорость захвата у нас. Это понятно. Здоровье плюс 20. Энергия, стоимость метания. Вот это энергия плюс 7. Энергия, стоимость метания минус 10. Это что-то просто... Ну, вот эта скорость захвата, это типа, когда мы этом можем, ну, этот, понятно, чудесно. Энергия, ну, слушай, вот это неплохо, неплохо. Вот это у нас тут, конечно, дерьмо. Да, что мы тут нашли? Урон при низком уровне здоровья, понятно. Хуйня. Так. Ого. А чё это? Тюн-дюн. Так, ну тогда давайте посмотрим, куда это нам надо бежать. Мои телепузики. Ага. О, блядь. Я не ту кнопку нажал, чтобы бежать. Так. Это мы пойдем. Это мы вниз спустимся и пойдем в это, да? А нам туда не надо. Нам надо вот сюда, скорее всего. Коридор доступа. Это, скорее всего, откуда мы пришли. Мы ничуть неправильно и шли. Так. В смысле? А-а. А-а. Блин, а где тогда вход? Так, это мы куда попадем? Я уже тут, честно, тут немножко запутаться можно. Так, вот мы здесь, да? А если мы там пойдем, мы попадем туда. Ага. Аппаратная вентиляция. Ну-ка, может, в аппаратную надо? Ну-ка, быстрое перемещение. Где у нас там? Аппаратная. Вот, вот энергия аппаратная. Ну-ка, давай. Может, пока у нас быстрая загрузка. Пить хочу. Так.
Угу. Ну, вообще, мне кажется, тут... Нет. Блин, а как убирать это? Так. Вот сейчас тут будет тоже махач. Нет, не будет. Типа этот безопасный. О, что-то нашли. Все, отличный оборот. Отличная оборона. Угу. Ох, бляди. Где? Кто? Кто стреляет? Бэби. О, бэби, упс, аля фима. Чё, блядь? Думали, в сказку попали. А вот здесь я бы смотрел? Я здесь вообще чего-то смотрю. Сектор приз на барабане я пропустил. Это как я так мог? Так, одну секундочку. Все нормально. Так. Угу. Так. Может, нам туда? Так, это нам. Это мы чё? Это мы куда попали? Это нам не сюда надо, видимо. Блин, ну тут... Нет, тут что-то как-то... Все печально. Тут только один вход. И он здесь. Давай. Блять. Карьер черного камня, аппаратный эк. Так, выход она на черного камня. О, вот. Место этот. Карьер черного камня. Угу. Че? Не, ну тут на самом деле тут с карты немножко непонятно. У нас теперь уклонение есть. Так, это что нам? Это что нам, туда или туда? Это в смысле у нас нету доступа, блядь? Вы чё попутали нахрен? Вообще просто доступа у нас, мы директор. Так, и как нам быть? Будьте так любезны, подскажите нам, как быть. Обслуживаем камеры Атласа. Блять. В смысле, у нас... Так, подожди. Миссия. Так, маршал отправил Джесси на переработку черного камня в сектор обслуживания, чтобы добыть больше призм из черного камня. Она обещала рассказать. Так, а у нас... Что за хуйня? Активы. Уровень доступ 4. Блять, заебись. Нахрена мы тогда сюда приперлись? Если у нас доступ, блин, это...
Может, тут что-то есть? Нет? Нет. Черт. Сука. Ладно. Аппаратно. Эко-энергоустановка. Блять. Вот это вообще какой-то лютый. А, как мило. Мы в опять. Так, энергоаппаратный ЭК. И как мне туда попасть? Может быть, с этим поговорить надо? Вот правда, тут... Сдохни, тварь! Вот так вот. Чё, блядь? Вообще попутали, блин. Ну, уже не так страшно. Как там, я упал, допустим. Ну, это не я упал. Я не специально. Так. Окей, где командный пункт? Командный пункт. Алло, командный пункт. Угу, а телепортация, значит, вот туда. Командный пункт. Командный пункт. Алло. Понятно. Где мне пятый уровень сложно надыбать? Директор Фейден. Директор Фейден. Да, 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 это я. Так, это что у нас подпособное? Черт. Так, понятно. Что... Это мы к уборщику подойдем. Да, подсобная уборщица. Уборщика. Блять, ну вот это как-то. Может, коридор доступа? Через коридор доступа. А у нас коридор доступа как можно попасть? Бляха-муха. Так, нам надо... Кто-то из этих рабочих проигрывает. Так. Так, нам надо... Не, нам надо вот туда. Я не туда побежал. Так, это мы вот это. А нам надо вот туда. Вот туда. Так. И мы здесь. А теперь нам надо... Так, это у нас... Что это у нас? Да, это мы... Мы в этот пойдем. Вот. Так, а мы здесь уже все открыли. Вот. В первоначальном нам надо было вот сюда. Да. Ох ты. Чё, блин, попутали. Так, понятно. Так, где это? Мышь. Есть контакт. Расхерачили их порох и прах. Так, главное, чтобы ни из угла не вылезли. Ну, нафиг. Все. И мы сразу правильно пошли.
Я так и думал, что надо было сюда. Так, что там, сектор приз на барабане. Так, это мы чё? Это мы куда? Ага, это мы не туда идем опять. Ой, куда ты взялся? На нафиг. Одну секунду. Так. Ага. Я понял. Ой, ну нам сюда надо. Я понял, где мы. Нам сюда. Я думал, что в сказку попал. Не так-то было. Туда вообще идем. Так, понятно. Еще нам с этой надо, да? На головоломке. Так, вот. Ну туда. Что это? Наша серия заканчивается. Всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. И до скорых встреч, ребятки.